Что не так с современными детьми? Все с ними так. Поменялись родители. Что нужно для того, чтобы с ребенком было легко и чтобы он вырос хорошим человеком? У меня нет ни волшебной таблетки, ни волшебной палочки, чтобы расколдовать в один момент вашего ребенка. Сейчас растет культура вот этого обращения к психологам. Далеко не каждый психолог подходит всем. Привет, друзья! Сегодня мы будем обсуждать тему воспитания современных детей. И в этом нам поможет психолог, руководитель Центра психологии для детей и подростков Ольга Прозорова. Ольга Прозорова, психолог, руководитель Центра психологии и развития для детей и подростков «Я – личность». Хочется сразу же узнать, что не так с современными детьми? Да, собственно, все с ними так, как обычно. То есть дети, они ничем не отличаются от прежних детей. Да, у них какие-то новые увлечения, может быть, немножко странные для взрослых, но это было же всегда. Почему тогда у современных родителей возникают проблемы? Но вы знаете, на самом деле, вот есть такая тенденция, что поменялись родители, не поменялись дети, то есть они также идут по своим возрастным параметрам, то есть они точно так же проходят свои кризисы психологические, но подход к воспитанию у родителей поменялся кардинально. То есть сейчас родителями стали те дети, которые были рождены в 90-х. Когда было сложное время, когда родителям было некогда, когда они были заняты такими насущными проблемами выживания, да, там где-то заработать, как-то заработать, да, как-то прожить, когда была сложная обстановка вообще в обществе, и дети были во многом предоставлены сами себе в плане воспитания, но в то же время они были мало социализированы. То есть, помните, в это время запрещали детям ходить гулять, потому что было страшно, да, и вот тогда началось то, что дети сидят дома, они общаются, даже еще не было и соцсетей, да, то есть они были предоставлены сами себе, и родители, возвращаясь домой, им не хватало ни ресурсов, ни времени как-то уделить внимание детям, потому что самим было сложно, и чаще всего в этот момент было такое очень авторитарное, очень жесткое воспитание, то есть сделать быстро, да, то есть там дать указания, проконтролировать, чтобы это было сделано. И вот как раз сейчас такие дети на этом фоне, они становятся сами родителями, и они отказываются от того, как это было с ними, но как по-другому, то есть они хотят какого-то более лояльного воспитания, более теплых отношений, но они сами этого не получили в свое время, но от этого хорошо, на самом деле нехорошо детям. А вот с какими проблемами они чаще всего идут к вам, вот эти родители, к психологу? Ну, самые распространенные проблемы – это ребенок не слышит меня, ребенок не подчиняется правилам, там, не моет посуду, не выполняет уроки, ничего не хочет, постоянный интернет, зависимость от гаджетов. Учиться не хочу, на родителей не реагирую, очень часто он меня не слышит, да, о чем это, то есть не выполняет мои просьбы, там, элементарно вымыть за собой чашку нет. Есть какие-то правила, не знаю, правила от психолога, что нужно для того, чтобы с ребенком было легко и чтобы он вырос хорошим человеком? Есть какие-то универсальные советы? Ну, смотрите, вот прям сказать делай так, такого совета нет. И я всем клиентам говорю о том, что вы приходите сюда, так у меня нет ни волшебной таблетки, ни волшебной палочки, чтобы расколдовать в один момент вашего ребенка. И на самом деле сейчас большой объем информации. То есть информация у нас в доступе, и родители теряются. Получается так, точечно взяли одно, что-то попробовали, получилось, не получилось, взяли другое, и получается такой ворох нерешенных вопросов, и нет никакой структуры, нет никакого понимания, и при этом я что-то же делаю. И я вроде уже устал, и я вроде много что сделал, и вроде как бы много усилий приложил, а ничего не меняется. Вот как вы сказали, да, когда ребенок ничего не хочет, когда он слишком увлечен телефоном или компьютером, что нужно родителям в этом случае делать? И если первый брать, это соблюдение иерархии.
То есть должна быть в семье иерархия? Она обязательно, в любой системе должна быть иерархия. Точно так же, как мы граждане своей страны, и мы подчиняемся законам, те, которые есть в нашей стране. Точно так же в семье должна быть своя иерархия и должны быть свои правила и законы, которые выдают родители, не дети, а родители их выдают. Да? А, они могут вместе над этими, конечно, правилами подумать? Да, они могут обсуждать. Это не о том, что это изначально директивно, да, но если мы опять идем к иерархии как первому пункту, то понятно, кто главнее. И в нормальной семье ребенок должен подчиняться. А как это сделать, если ребенок говорит, я не буду мыть посуду, я не хочу? Ну, хочу, не хочу, это другой вопрос. Смотрите, когда родитель становится на позицию родителя, потому что зачастую родители в таких конфликтах, они сваливаются в детскую позицию. И они приходят к нам с обидами. Он меня не любит, он меня не поддерживает, он меня не слушает. И тогда меняется все. Тогда ребенок бессознательно, мы сейчас не говорим, что он там продумывает какие-то ходы, да, он понимает, что вот мои, например, какие-то капризы, они сработали. Результат есть. При этом это же эмоционально считывается. И тогда, а почему мне дальше это не продолжать? Да, я не мою посуду, я поконфликтовал с мамой. Она пошла и, ну, пусть там со слезами, пусть там с криками, но пошла и вымыла сама. То есть результат есть. И я могу точно так же дальше продолжать, собственно, так же себя и вести. И тут важно родителей обучать быть во взрослой позиции. Но для того, чтобы быть во взрослой позиции, надо самому разобраться с системой иерархии в своей прежней семье. Второй пункт, если брать, мы уже проговорили, это система законов и правил, которая должна идти от родителей, как от вышестоящего органа, спущена вниз. Да, то же самое, у нас же есть Государственная Дума, где обсуждаются. А третье, на что обращать нужно внимание, и чему надо учиться тоже родителям, это конфликты и способы выхода из них. А почему-то в обществе есть такое мнение, что конфликты – это плохо. Конечно. В хороших семьях конфликтов не бывает. На самом деле не бывает. И если отдавать отчет, что конфликт – это норма. Вот у нас, правда, конфликты окрашены в какое-то такое, знаете, негативное ощущение. Да? И это в корне неправильно. Если понимать, что в любой семье, в любых отношениях конфликт – это всего лишь способ выхода в какое-то новое состояние, да, в какое-то новое договоренности. Да. И есть различные варианты выхода из конфликтных ситуаций. И понимать, что конфликт – это норма. Ну и последняя тема, которая очень важна – это эмоции. Зачастую приходят и говорят, мой ребенок агрессивный. Он там, например, срывает там свою злость там, да, там, на младших детях в семье, там, либо кричит на меня, либо хлопает дверями, да, и вот правильно обучать проживать эти эмоции, и приходится с посылом, с ним что-то не так, он агрессивный, да, он, например, злой, он какой-то там не такой. А если понимать, что нет таких правильных и неправильных эмоций, нет ни хороших, ни плохих, есть эмоции, и у них есть функции. Они нам все нужны. Конечно, неэффективно выливать агрессию свою на взрослых, например, на учителей. Но обучать, где ты можешь ее, так скажем, вылить, да, где ты можешь ее перепрожить, в каком другом способе, это тоже задача родителей. Но родители, наверное, удивляются, когда к вам приходят с запросом, что-то надо сделать с моим ребенком, а в итоге получают, что не с ребенком надо делать. Ну, на самом деле, тут проблема-то системы вообще. И не то, что мы конкретно кого-то можем обвинить. Да, приходит, и ребенок, он только, знаете, как катализатор. Он как лакмусовая бумажка, что-то нехорошо во всей системе. Психологу нужно ребенка отправлять или нужно вместе с ребенком идти, или родителям нужно сначала сходить? По-хорошему, если вы хотите хороший результат, это комплексный. Это и ребенок, работа с ребенком, и работа с самим собой, и вообще понимание, что у нас в семье-то происходит, вот это видение системы, как мы влияем друг на друга и почему такой результат. Можно, конечно, и начать через ребенка работать, но если не подключается родитель,
мы не сможем поменять всю систему. Этот же ребенок, пусть он там научится, как правильно, как хорошо, он перейдет в эту же структуру, в эту же систему в семейную, и он попадет в эти же самые ловушки. А с каким возрастом сейчас сталкиваются родители с большим количеством проблем? Я имею в виду возраст ребенка, там совсем маленькие дети, дети, которые в детском саду, школьного возраста, подростки. Вот какие самые проблемные с точки зрения психолога дети? Тут нельзя сказать, что однозначно там... кого-то больше. Наверное, подростков больше. Ну, потому что это такой плановый, большой, длительный кризис, да, подростковый. Он вообще, ну, в реальности идет там 2-3 года. Ну, в норме примерно, да. И, конечно, там чаще всего обращаются, но проблемы есть. И до 3 лет. И если к нам приходят родители, говорят, с моим ребенком что-то не так, посмотрите, ему 3 года, то это точно не с ним что-то не так, а с вами что-то не так, и мы даже не работаем с детьми. Есть проблемы до школьного возраста, да, то есть это детский сад, конфликты, нежелание контактировать, какие-то особенности развития, которые уже начинают проявляться, но родители их не видят, не замечают, не отдают отчет. И потом эти проблемы, которые, например, не были решены, они вылазят уже в подростковом возрасте, уже, знаете, таким махровым цветом, да. Есть вопросы младшей школы. Чаще всего это про школьную успеваемость, когда ребенок хотел бы учиться, он хотел бы хорошим был, да, но в силу чего-то, либо он в коллективе не принят, либо нет контакта с учителями, да. Ну, ты сказали, что 3-летних, допустим, детей не нужно приводить к психологу, а с какого возраста можно уже с психологом? То есть психологи работают с 5 лет. Сейчас растет культура вот этого обращения к психологам, к нужным специалистам у кировчан? Или еще до этого не доросли кировские родители? Вы знаете, хотелось бы больше. Хотелось бы больше адекватности вот именно в этом вопросе. Она, конечно, растет. При этом, знаете, она даже растет больше уже у более молодого поколения. Даже подростки просятся к психологам. То есть они говорят, кто-то прямо родителям говорит, мама, папа, я не справляюсь, отведи меня к психологу. У меня в практике есть случаи, когда даже самостоятельно зарабатывают денег, чтобы прийти, и меня как специалиста между подростками передают, чтобы прийти на консультацию и решить какой-то вопрос. Есть и такие подростки. А есть ведь некоторые специалисты, ну, в кавычках, наверное, специалисты, которые обещают, что за один сеанс мы решим все ваши проблемы. То есть это невозможно с вашей точки зрения. Вы знаете, это такая тоже утопия, на которую подсаживаются родители, которые вот хотят, вот которые в детской позиции. Да, такое детское магическое мышление, сделайте мне чудо, и я с этим буду очень рад. Да? При этом я вижу это на самом деле такую рекламу, когда дается делайте ежедневно нейрозарядку 10 минут в день. Это хорошо, с этим я согласна часть. И вторая часть. И ваш ребенок будет успевать по всем предметам на отлично и учиться самостоятельно. И вам не надо будет делать при этом с ним уроки. Вот знаете, приклеивают вот эту утопию. Либо еще такой вариант я слышала. Заполните таблицу целей с ребенком, и вы получите то, что он будет замотивирован в поиске, ну, как бы в хорошем успеваемости, в хорошем обучении для поиска или поступления там, в соответствующий вуз. Единожды заполнишь таблицу с ребенком, вы замотивируете его на всю жизнь. И на самом деле родители искренне в это верят, искренне на это покупаются. Но, еще раз, это длительный процесс. Если вы хотите результат, это длительные процессы, работа над собой, работа с ребенком, работа вообще с системой. Вы назвали 4 причины, почему родители, да, обращаются к вам. То есть вот если они разберут эти 4 проблемы, то значит будет все хорошо, правильно? Ну да, смотрите, вот любой конфликт, например, ребенок не учит уроки. О чем это? Это об отсутствии иерархии, это о том, что правила не простроены, либо не соблюдаются. Да? И то есть мы уже и конфликт получается, так ведь? Например, ребенок в интернете постоянно проводит время. То же самое, это конфликт, это непростроенное правило, это нарушение иерархии. Ребенок агрессирует. Когда вы научитесь
когда вы обучите себя вот в этих четырех главных темах, по моему мнению, вы закроете примерно 90% вопросов воспитания. Конечно, будут какие-то нюансы и некие моменты, но вот большой такой, как бы сказать, вклад в воспитание, вот именно закрывая эти четыре темы, и не просто, знаете, в плане «я прочитал, я понял», а прямо на вашем семье, на вашем примере что-то будет получаться, что-то будет не получаться, но в итоге у нас простроится совершенно новая система. Хорошо, давайте тогда в завершение дадим, наверное, там, не знаю, три совета для современных родителей, для родителей современных детей от вас, заключительные. Ну, первое, что бы хотелось, это то, чтобы родители все-таки были родителями. То есть, чтобы они уходили от детских каких-то позиций, это быть в жертве, быть обиженными, обвинять кого-то другого, кроме себя. И учились, наоборот, вставать во взрослую позицию. Во-вторых, это хорошо, когда вы обращаетесь к специалистам. То есть вы не думаете, что с вами что-то не так, что вы вынуждены идти. Наоборот, с вами все так. И вы себе помогаете. Вы только делаете лучше. Но и в-третьих, адекватное понимание все-таки времени. Что за один раз ничего не поменяется. Ну и, наверное, не делать, да, выводы по посещению одного психолога, если он там не подошел, то не бояться, да, не стесняться, конечно, обращаться. Конечно, обращаться, потому что, смотрите, я считаю, что психолога всегда нужно выбирать так же, как парикмахера, так же, как массажиста, да, то есть для себя, именно под себя, чтобы ваши принципы и его принципы, то, что он предлагает, были как-то совместимы. И далеко не каждый психолог подходит всем, и это нормально. Спасибо вам, Ольга. Сегодня было интересно, полезно. Спасибо. Пожалуйста.